Я считаю, что Кавказ, как, так сказать, кузница талантливых людей, безграничен. Поэтому, если брать просто культуру Кавказа, если брать в грузинское, армянское кино, если вообще брать в музыку Кавказа, если брать традиции Кавказа, это все, так сказать, достойно огромного уважения и внимания. Могу вам сказать, что для меня Кавказ, так сказать, это все-таки часть моей жизни. Я люблю Азербайджан. Я работал долго с Рустамом Ибрагимбековым, и я был знаком с Алиевым, и я много моих товарищей, Фикрет, много товарищей моих тончайших художников азербайджанских. Так что, так сказать, Азербайджан мне дорог.